Здравствуйте, ребятушки-девчатушки. Я рад вас приветствовать на своем канале Жук-Муравейники. С вами дядя Саша Великий Ужасный. Рубрика «Обзор игровых новинок» сейчас будет представлена вашему вниманию. Но сразу оговорюсь, возможно, я продолжу играть в эту игру и далее. Она мне немножечко понравилась. Итак, игра называется Self-Isolation. Изоляцион. Self-Isolation, как говорят наши немецкие друзья. Но переводится это очень просто. Самоизоляция. Вышла она 2 декабря 2020 года. В Стиме на данный момент стоит 81 рубль. На нее там скидка. 21, по-моему, процентная без скидки. Она будет стоить, по-моему, 102 рубля. Но это не важно, короче. Стоит она достаточно недорого. Я в нее немножко поиграл. Не буду говорить, на что она похожа. Мы сейчас с вами все это поймем. Я так понимаю, игра еще немножко багуется. Невозможно загрузить игру, если уже есть какой-то прогресс. Загружаешь, ничего не происходит. Вот смотрите, нажимаешь, все. Прогресса нет. Поэтому начнем мы новую игру. Новое сохранение. Создать. Ну да. Ну, давай создадим. Поехали. Поехали. Еще небольшие проблемы с настройкой. Вовато. Поэтому громкость телевизора убавить не удалось. Он остается все время на одном уровне. Ну, мы сейчас все с вами это поймем. Так, правая клавиша. Так, телефон. Кнопка «Домой» на телефоне нажимается. Е взаимодействие. Ну, это понятно, мы сейчас разберемся. Говорить с Ольгой, твоя жена. Итак, вот игра началась. Надо поговорить, можем сесть на диван. Можем, пока еще не можем взять пульт. Это вот телевизор тот самый. Интересно, а если зайти в процессе, в настройки, а? Вот, смотрите, видите? Допустим, я хочу телевизор... Вот, выход. Опять заходим в настройки. То же самое, да? Громкость не регулируется, телевизор. Ладно. Пошли разбираться дальше. Так, Ольга, жена, на кухне находится. Вот она, жена. Игра сделана на движке, по-моему, Unity, но это мы все с вами видим. Доброе утро, Дим. Нас зовут Дима, за кого мы играем. Ольга пишет. Я иду в магазин сегодня после работы. Что нам нужно купить? Все необходимое плюс вкусное. Только необходимое. Ну давайте купим все необходимое плюс вкусное. У нас сейчас 1000 юбеле. Наши текущие деньги. 10 тысяч, точнее, юбеле. Потратим 1200. Давай, все. Как громко-то. Так. А где у нас настройки? А что эффекты выросли так в громкости-то? Вот смотрите, да? Угу. Давай еще их понизим. Вот, короче, ага. Ну, а телевизор не убавляется. Вот смотри, сейчас, по-моему, эффекты будут совсем низкие. Нет, они выросли опять, короче. Капец. Так, ладно, продолжаем. Деньги. Отношения с семьей улучшились. Деньги 8800. Что он там сказал? Ох, успел. Не успел прочесть, что он сказал. Так, ладно. У вас новое сообщение в телеге. Так, телефон. Телега. Начальник пишет. Доброе утро. Извиняюсь. Доброе утро. Надержать кнопку правой мыши. Доброе утро. Как ты уже знаешь, многих переводят на удаленку. Дошла и до нас очередь. Мы тебя настроили в компьютере почты. Твоя задача простая. Выдавать QR-пропуска всем людям моложе 65 лет. Где-то? Ага, вот. Так. Чё так? Куда уползло-то все? Моложе людям 65 лет, кто подал заявку через программу на компьютере. Так как пандемия настигла нас внезапно, мы программу делали на скорую руку. Наши программисты сделали только кнопку «Выдать QR-код», поэтому просто не выдавай код, кому не положен. Садись за компьютер и работай тогда в QR-программе. Так, все. Нужно садиться за компьютер. Пошли искать компьютер. Компьютер у нас будет вот в этой комнате. Тут у нас находится дочь, ее зовут Анна. Так, поговорим с Анной. Доброе утро. Анна пишет, ура, сегодня будут сладости. Угу, потому что я сказал все необходимое и не только. Так, все, поговорили? Все, поговорили. Садись за компьютер, работаем. Ну, хорошо. Садимся за компьютер. Так, вот у нас QR-программа, еще почта. Новые сообщения, 2 штуки. Правила выдачи QR-кода. Должен быть младше 65 лет. Так, важная информация. Важная информация. Уважаемые граждане, наша страна встретилась с опасным вирусом. Соронавирус COVID-19. Случился первый случай летального исхода у гражданина 65 лет в нашей стране. Чтобы избежать массовых заражений, наше правительство приняло решение вести режим самоизоляции. Знакомо все, да? Угу. Для предотвращения массового скопления людей были закрыты театры, музеи и выставки. Все культурно-массовые мероприятия отменены. Для выхода из дома вам нужно получить QR-код. Мы заботимся о вас и здоровье ваших пожилых родственников. Поэтому мы запрещаем гражданам 65 лет и старше выходить из дома. Это сделано все ради вашей защиты. Просим вас отнестись с пониманием. Правительство Юблинской Федерации. Так, вот, мы живем в Юблинской Федерации. Ага, запомнили. Юблинская Федерация. Хорошо.
Так, поехали, программа. Вы готовы к работе? Вам следует ознакомиться с инструкциями на почте, прежде чем продолжить. Да, мы ознакомились. Итак, Пугин Добрушин Федорович. Так, Пугин Добрушин Федорович. Вот 32 года. Можно выдать. Так, теперь. Северная Алена Афанасьевна, 68 лет. Нельзя выдавать. Мы ее оставляем без внимания. Так, Цветков Тарас Назарович, 37. Можно выдать. Тарас, он в галстуке, что ли? Алексеев. Алексей Виталий Сашурау. Погоди, что там Алексеев? Виталий Сашураувич. Нельзя выдавать. Алексею Виталию. Лукина Альбина можно выдать. Так, у меня вот время идет. Так, теперь Герасимов Роберт Назарович можно выдать. Так, Иванков можно выдать. Летчик на летчик. Так, Кошкин Ростислав Валерьевич, школьник. Конечно, что-то у него борода в 13 лет. Тарасов Тимофей Колданович можно выдать. Он экономист, 32 года. Жданова. 24 физик можно выдать Ждановой. Так, Логинова Лилия Владимиров, 90 лет, нельзя выдать. Локтионова Розалина Маудиановна, общественный рабочий, можно в 61 ей выдать. Так, Гагарина Лидия, нельзя выдать. Андреев Добрушин, нельзя ему выдать. Так, нельзя выдать. Можно Булгак, Тирамилый мой, Круглов Исай Гаврилович. Исай фермер в военной форме, можно, конечно, выдать. Так. Все, подвисло, да. Подключение к серверу. Больше мы не можем не выбрать никого. Короче, я чуть-чуть поиграл, поэтому я вам так скажу. У них программа поломалась, да. Островская, Регина Митрофанова. Всех мы этих рассмотреть не сможем. Так, ну что ж, все. Что там на почте? Нового не появилось. Кажется, что-то сломалось. Спросить об этом у начальника в телеге. Уровень стресса увеличен. Так, начальник. Начальник, у меня что-то сломалось. Начальника, привет, я не могу завершить свою работу. Появляется сообщение включения к серверу. У нас накрылся сервер, поэтому сегодня на сегодня день закончен. До завтра. Деньги. 830 я заработал. Дочь пришла домой, жена пришла домой. Ваша жена заработала 600. У нас опять десятка. Жена принесла еду из магазина. Ну что ж, хорошо. Так, Дима. Ольга, бумаги здесь на тумбочке. А, оплатить счета. Так, Ольга просит оплатить счета. Так, держите, я чтобы оплатить. Минус 370. Дим, быстрее сюда, шоу уже начинается. Отдохните перед сном. Вот, не могу я этот телевизор. А, вообще выключил? Не, так нельзя. Не понял. Не выключил вообще. Ладно, оставь камки. 5G это зло. Бургерстана, да, все это они. 5G. Спасибо, Василий, за очень развернутый ответ. Но у нас в студии есть и сторонник 5G. Встречайте, эксперт 5G Петр Дулов. Петь, что ты можешь сказать по поводу того, что 5G убивает людей? Они не опасны, так как... Вы все врете, это заговор, 5G вызывает COVID-19. Не, послушайте. А я предупреждал еще, когда было 3G, но мне не верили. А что дальше будет? 6G? Я не могу так вести беседу, но все, ну вас, я ухожу. Вали свой бургерстан и не возвращайся. Спасибо нашим гостям за удивительную беседу. Берегите себя и своих близких. Вечернее шоу. Отдохнул, короче, перед телевизором. Ничего будет в вечернем шоу. Я так понимаю, телевизор можно смотреть до бесконечности. Хороший вечер, житель Юблинской Федерации. В эфире ваше любимое вечернее шоу на Первом государственном канале. Мы пригласили в студию бомжа Васю, который на прошлой неделе сломал вышку 5G. Василий, что вы можете сказать по поводу этих... 5G это зло, это все правительство, Опять тот же самый чел. Бургерстана, да, это все они. А, по кругу, да? А, по кругу. Это очередной отверт раз. Погоди, это по кругу. Ну, у нас в студии... А, все, я понял. Это по кругу сообщение пошло. Значит, мне можно идти спать. Я все поглядел. Все, ложимся спать. Я видел это шоу прекрасное. Спасибо. Иди в туалет, у вас есть фонарик в вашем телефоне. Да, есть у меня фонарик в моем телефоне. Вот он. Чик. Мне рекомендуют идти в туалет. Ну что ж, вот это сортир. А, нет, это ванна, извиняюсь. Свет выключить. Нет, погоди, так, дверь открыть. Свет выключить. Не оставляй свет.
Все-таки как-никак с работой проблемы. Так, сортир, держите, я чтобы взаимодействовать. Так, открываем крышку, поднимаем. Все как фало, все по фэншую. Так, теперь делаем свое дело. Делаем его очень основательно и громко. Я так понимаю, дело надо делать до конца. Потому что если не до конца делаешь, скрипт не включается. Что ж ты так громко, извиняешь, писишь, а? Я же в настройках делал. Держите, чтобы взаимодействовать. Все. Смыли. А вот теперь опустить крышку на стульчаке. Ты услышал шум на кухне. Ёперный театр. Так, дверь закрываем. Закрываем. Шум на кухне. Что такое на кухне? Что на кухне? Так, что тут на кухне? Иди спать. Это был какой-то непонятный скрипер. Ладно, идем спать. Так, фонарик выключаем, а то есть не дай божий сядет. Все, спать. День первый, начало. Получено достижение, день первый. Странно, почему я в прошлый раз не получил этого достижения? Я же играл уже. Ладно, хорошо. Что-то, значит, не так делал. А, потому что я тогда не выбрал купить все эти. Это был первый день самоизоляции. Я выдавал коды правильно и не получил штраф. Я решил не экономить на еде. Ночью мне плохо спалось. Так, хорошо, деньги. 9860 юблей. А, ну Юблинская Федерация, это юбли. Я понял. Отношения в семье отличные. Уровень стресса отсутствует. Незначительный. Хорошо. Так. Нужно поговорить с женой по поводу покупок. Хорошо. Ольга. Дима идет к тебе. Ольга, Дима идет к тебе. Здравствуй, Ольчик. Какие дела? Доброе утро, милый. Угу. Ольга, как у тебя дела? Нормально, кошмары ночью мучили. Да, А он плохо спал. Ну, кошмары ему... Ну ладно, пусть кошмары. Кошмары. Вы что-то ночью кошмары мучили, Ольга. Ты не переживай. Наверное, ты просто нервничаешь после первого рабочего дня. Пройдись до магазина, станет лучше. Сегодня твоя очередь в магазин. Ольга, благо еще правительство не додумалось вводить пропуска за поход в магазин. Что нужно купить? Нужно купить молоко, яблоки, туалетные бумаги и гречки. Спроси еще дочку, может, ей что-нибудь нужно. Пойти в магазин. Спросить у Ани, что ей нужно купить. Анчик! Чё тебе нужно купить? Ты здесь в комнате своей сидишь. Так, здорово, Анчик. Ань, что тебе купить? Аня, собачку. Я вообще-то в продуктовый магазин. Тогда купи шоколадку. Шоколадок каждому, то есть 3 шоколадки. Да. Хорошо, я куплю всем сладкое. Хорошо себя веди и слушайся маму. Спасибо, папочка, ты самый лучший. Я пошел в магазин. До вечера, милый. Я тебе написал список. А, это уже Ольга говорит товаров. Телефон отправил, чтобы ты не забыл. До вечера, папочка. Всем пока. Так, короче, я пошел в магаз. Так, магаз. Продавец. Выберите продукты. У вас новое сообщение в телеге. Молоко. Так, она сказала купить. Ай, блин. Так. Она сказала купить крупы 2 гречневые, яблоко 5 штук, молоко 1, ой, туалетная бумага 1, молока 2. Так, пошли искать. Вот, видите, отчет обратный, я тут за 3 минуты должен уложиться. Так, тут, по-моему, сейчас будет бабуля. Во-во-во, бабуля вообще. Куда ты брешь? Бабуль, мне с тобой некогда. Окаянный. Вот молодежь пошла. Так, бабуль, я за гречкой, извини. Так, где у нас гречневая крупа? Где у нас так? Яблоки. Яблок надо было 5 штук. А, она пока говорит, я ничего купить не смогу. Вот как сейчас помню, говорит бабуля. Так, бабуля, время. Цигель, байлюлю. Яблоко надо 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Так, молоко 1. Молоко должно быть в холодозе. Так, холодос. Вот он, холодос. Открываем. Так, молоко. Молоко сколько там надо купить? 2. А это молоко не покупается. Сыр я не могу купить, понятно. Так, хорошо, теперь что тут я? Масло не могу купить. Молоко не покупается, ладно. Закрываем, так, у меня еще 2 минуты. Так, мне гречку надо найти. Так, это бухнинка, а можно ли купить себе бухнинку? Хе-хе, кашляет старушка. Бабуль, а тут ты что, у водяры-то встала? Понятно, бабуля встала у водяры. Так, гречка. Вроде как нужна была. Сколько гречек надо было купить? Хорошо, что жены пишут нам, да? Так, и туалетную бумажку нужно 1 купить. Где туалетная бумажка? Это что такое? Крупа. Где-то тут туалетная бумажка была. Так, 2 минуты мне на все про все осталось. Консервы я тебе купить не могу. Это все валяется. Так, погоди, где туалетная бумага? Ускоряемся. А, вот она. Так, туалетной бумаги надо было купить вот такую вот двойную 1. А давай я 2 куплю. Так, это все не покупается. Может, мячик купить? Это все не покупается. Так, это, по-моему, тоже все не берется. Бананы нельзя купить. Так, шоколадки. Нужны шоколадки. Дочка просила шоколадки. Так, пивасик.
А посерьезнее ничего тут нету? Пивасик? Только пивасик. Старушка, вали в свой бургерстан. Так, а при чем здесь бургерстан, старушка? Я не понял. Так, пивасик один. Пивасик другой. Пивасик третий. Каждому по пивасику. Так, теперь шоколад надо найти. Шоколад, 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 шоколад. Где шоколад? Так, это что, шоколад? Раз, два, три. Ну, давай еще четыре, пять. Хватит. Хватит. Вроде все купил, да? Так. А больше там вот кроме пивасика покрепче ничего нельзя взять, а, бабуль? Так. Фу-фу-фу-фу-фу. Пивасик. Старушка, вали в свой бургерстан. Бабуля, ну что ты такая злая? Хочешь, я тебе шоколадку угощу? Только пивасик, короче, можно купить. Ну, пивасика я уже набрался, хватит. Так, здорово, чел. У меня 56 секунд. Продавец, здрасте. Ну, здрасте. Пакет нужен? Да. Так, карта магазина девяточка есть? Нет. Оформите, желаете? Нет, спасибо. Нет, я тороплюсь. Нет, спасибо. Так, товар по акции? Нет. Хорошо. Вам нужно заплатить? Так, ой, я забыл кое-что заплатить. Да я вроде все купил, что жена сказала. Вроде как. Вроде как все купил. Так, все, пошли отсюда. До свидания. До свидания. Пока. Ну и что, я отсюда выйти не могу? А, все, могу. Уложился вроде в отведенное время. С покупками. Так, вот я уже дома. Жена ушла на работу. Держите ее, чтобы взаимодействовать. Так, ну что, пошли. Займемся. На компьютере поработаем. Так вот, шоколад мой купленный лежит. Не понял. А что такое? Ага. Новые сообщения в телеге. После того, как я сдал пенделям этим программистам, они подняли сервер. Еще не сделал кнопку «Отказать», чтобы не выдавать QR-код. Как обычно, я выслал на почту указание, кому можно, кому нет. Выдавай коды всем, даже если они старше... Всем депутатам! Депутатам старше 65 лет можно выдавать. Короче, не выдаем всем. Никому не выдаем, кто старше 65 лет. Вот. И выдаем депутатам, если они старше 65 лет. Так, на почте новые сообщения. Правила выдачи QR-кода. Должен быть младше 65 лет, 50 лет, но если он, если является депутатом Юблинской Федерации, короче, что я до этого плел? Короче, депутатом старше 65 лет можно выдавать, я там что говорил, пенсионерам? Вы готовы? Да, твоя жирная Машка, школьник. Ну что ж, выдать QR-код? Можно, можно. Так, Дементьева Надежда, школьник, можно Надежде выдать. Так, Кутузова, дизайнер, можно. Так, Фролов, адвокат дьявола, можно. Так, да, пенсионер, спортсмен, с бородой, можно. Так, Якимов, рабочий, можно. Так, Казанцева, Клавдия, Вячеславна, летчик, 52 года. Новое на почте сообщение. Так, я гадалка. Я духи Юблинской Федерации. А, духи Юблинской Федерации. Я гадалка в пятом поколении. Мне 101 год, и я требую, чтобы мне выдали код. Это не моя прихоть, а воля древних духов Юблинской Федерации. Если осмелитесь перечить духом, то жди порчи. Хорошо, все. Кому будете писать? Петровой Агафье Копоровне. Да? Да. Давай выдадим. Хорошо, мы и выдадим. Все. Посмотрим, что будет, если ей выдать. Так, инженер 33 выдать. Так, механику выдать. Так, фермеру выдать. Что-то политика ни одного не попалось. Депутата, точнее. Слушай, был уже с такой рожей, чувак? Был. Механик выдать. Так, Дарья Глебова. Сталина. Дарья Глебовна. Ну, ничего, неплохо, фамилия Сталина. Профессор. В каком-то китайском мундире военном. Кошмар. Кравчук. Школьник. Герасим. Так, тоже такое ощущение, что не бритый. Так, пенсионер, отказать, 65 лет. Он просто пенсионер. Так, официант, можно выдать. Так, Изабелла, модельер, можно выдать. В пилотке в какой-то. Так, поэт! Ёперный театр. Так, Терещенкова, физик. Терещенкова, что за Терещенко? Кто такие? Так, актер, 28 лет, Кириллова Василиса. Харитоновна, Василиса, на здоровье, гуляй. Так, менеджер, Сорокин Александр Воля. Я пока буду читать их фамилии, у меня кончится рабочий день. Школьнику можно, конечно, он должен учиться. Спортсмен Яковлев Валерий, да, пусть спортом занимается. Макар, пенсионер, можно, ему 60. Так, 56, музыкант Марков Валерий, да пусть на здоровье песни свои поет. 101. Политик. Петрова Авгасия Капроновна. А на политик ей можно. Политикам можно выдавать. Да? Депутатам. Депутатам. А на политик.
Ну, она мне писала. Давай выдадим. Давай выдадим. Так, у вас сообщение в телеге. Ей... все иди работай. Ей наш прогнут нейронной сети, наружу неправильно выданный код. Будь осторожен. Так вроде, а мы с ней это... Мы с ней, короче, Дим, а не на тумбочке. Мы же с ней договорились, как я ей не выдам? Мы с ней договорились, с этой Агафьей. Так что, поэтому я ей выдал. Ладно, разберемся. Тут же... Так, отношения с семьей улучшились. Как сходил в магазин, все нужно купил. Кстати, спасибо, что купил все нужно было в магазине, о чем я просил у тебя. Спасибо за шоколадки. Так, на здоровье. Теперь что мне делать? Слушай, а что там у меня за компьютер? Я больше не сяду сейчас, да? Да, тут все погасло. Что у меня там на почте? Так, новые сообщения. Духи. Духи, благодарны тебе, жду код. Я гадал к пятому поколению. А, все. Духи благодарны мне. Понял. Духи. А я вообще первый раз прочитал духи. Думаю, какие духи Юблинской Федерации. Так, ну и что мне теперь делать? Телевизор посмотреть, да? Что у меня, какое задание? Я не вижу, как мне задание свое поглядеть. Код... А, погоди, я оплатил все. Что мне делать-то? Телевизор включить? Хороший вечер, жители Юблинской Федерации. В эфире ваше вечернее шоу на Первом государственном канале. Че, опять то же самое будет? Сегодня мы будем узнавать, насколько вредны гамбургеры. Мы пригласили в студию бомжа Васю, который на прошлой неделе съел гамбургер. Василий, что вы можете сказать по поводу этих... Респект этим, как их там, хабергам. Я их нашел в помойке, поел впервые за 6 дней. Спасибо, Василий, за очень развернутый ответ. Но у нас в студии есть и противник гамбургера. Встречайте! Эксперт в гамбургерах Анна Толстых. Когда-то я ела гамбургеры каждый день и превратилась в чизгергер. В кого? В чизгергер? Спасибо, Анна, за очень развернутый ответ. Ты что, спотыкаешься, что ли? Василий, как теперь вы относитесь к гамбургерам? Василий! Все, что ли? Кажется, Василий сбежал из студии. Наверное, я ему понравилось, и он сбежал из-за переизбытка чувств. Берегите себя, близко. Так, все, теперь можно спать. Можно, я думаю, спать, потому что шоу у них идет по кругу. Есть хочется, пойду что-нибудь съем на кухне. Понимаю, включай фонарик, иди ешь что-нибудь на кухне. Так, на кухне. Что мы можем съесть на кухне? Ну, холодильник. Чё я тут могу съесть? Яблоко. Съел. Что-то странное случилось в ванной. Ой, ты что ж такое-то спотыкаешься? Ну и что тут в ванной случилось? Ну. Не суди их! Ни хрена себе. Надпись на зеркале. Не суди их. Надо стереть, пока никто не увидел. И как ее стереть? Как ее стереть? Как ее стереть? А, держите ее. Не суди их. И какие-то закорюки. Да я вроде выдал код этой Агафьи. Почему не суди их? Странно. Духи пришли ко мне. Иди спать, тебе явно нужно отдохнуть. Погоди, тут все упало. Так. А почему пивасик у меня только один? Да, я понимаю, уровень стресса уменьшился, да. Это дело, да? Выпил пивасик, и уровень стресса сразу уменьшился. Так, фонарик выключаем. Погоди, а что, жена в одежде спит? Нормально, а что-то она в одежде спит, одеялом не укрывшись. Ну ладно, это ее личное дело, конечно. Это ее личное дело, день-два туда и обратно. Получено достижение, день-два. Это был второй день самоизоляции. Я сходил в магазин перед работой, купил все, что сказала Ольга. Купил алкоголь, купил шоколадки, выдал коды правильно, не получил штраф. Ночью мне плохо спалось. Как я штраф получил за эту? За Агафью. Так, у меня есть 10 200 юблей. Отношения с семьей отличные. Уровень стресса высокий. Средний. Средний? А почему средний? Странно. Почему средний? Кто-то плачет на кухне. Так, кто тут плачет на кухне? Ой, что ж тут стулья все валяются? Ольгщик, ты что плачешь? Только что позвонил начальник, сказал, что все наши парикмахеры уволены. Хнык-хнык. Спросить причину увольнения, успокоить жену.
Почему же тебя уволили? Все же было хорошо на работе еще вчера. Решение правительства: из-за коронавируса парикмахерские закрываются, никаких выплат не будет. Не переживай, найдешь работу в другом месте. Пока придется временно пожить только на твою зарплату, хнык. Эй, там на кухне, быстрее к телеку, пишет Анна. Точнее, кричит. Здравствуйте, жители Юблинской Федерации. В эфире новости на Первом государственном канале. Здесь вы узнаете все, что нужно знать каждому гражданину Юблинской Федерации. И сразу главный. Наш президент будет участвовать в выборах президента Юблинской Федерации. День голосования будет через 20 дней. А теперь послушаем прямую речь нашего. Так, погоди. Он говорит: дорогие юбляне, судя по опросам, 90% людей поддерживает меня. И правильно делает. Никто и ничто не сможет остановить эти выборы, и ни Бургерстан, ни Ушана, даже этот коронавирус. Что в боевой стойке стал? Пережили первый и второй юблинский войн, и эту дрянь переживем. Для вашей безопасности я приказываю ужесточить меры по самоизоляции. Следуйте моим указаниям, и мы выйдем из трудной ситуации победителями, как делали наши предки. Осталось немного потерпеть. Вирус набирает обороты. Именно с такими словами сегодня выступил депутат Юблинской думы. Количество смертей превысило отметку в 50 человек, поэтому с этого дня закрыты все образовательные учреждения. Еще специально так пишется. Также закрыты фитнес-залы и парикмахерские. Теперь, чтобы получить QR-код, требуется фотография паспорта. Коротко пройдемся по другим новостям. В Амске была открыта первая станция метро. Так, ладно, мне, наверное, надо идти работать, да? Чё там? Итак, ей наша продвинутая нейросеть. Так, ну и чё мне? Сегодня вечером не пропустить премьеру песни «На сороновидении». Ой. Анна пишет: буду обучаться дистанционно через планшет. Хорошо. Так, с вами поговорить? Теперь буду обучаться дистанционно. Здравствуйте, жители Юблинской. Так, с тобой говорить не надо, да? Так, ладно, я пошел работать. Ну, что там, мне от начальника что-нибудь пришло? Ага. Так, смотри, теперь что? У нас сегодня несколько изменений. Нужно, чтобы у человека были паспортные данные и должность. Смотри, чтобы все поля совпадали. Еще, если тебе будет писать депутат или человек, у которого госдолжность, то ему нужно будет одобрить заявку. Все, иди работай. Давай, надеюсь, ты справишься, не подкачай. Так, если будет писать депутат или человек, у которого госдолжность, то ему нужно будет одобрить заявку. Хорошо. Так. Значит, а что там на почте? Новые сообщения. Так, духи благодарны. День третий. Для выдачи QR-кода человек должен быть младше 65 лет. Должен предоставить паспортные данные. Все поля в анкете должны совпадать с паспортными данными. Фотография в анкете должна совпадать с фотографией в паспорте. Если любое из условий выше не выполняется, то отказывают заявки. Исключили справа. Если человек является депутатом в правительстве Юблинской Федерации, то выдавайте код, игнорируя любые ошибки. Так, хорошо. Так, я готов. Иван... Итак, и Шуканова Емилия Мудяновна. Так, номер паспорта. А паспорта нету. Паспорта-то нету. Где паспорта? Паспорта нету. Отказать. Иванов. Так, профессор. 33 года. Иванов Стефан Лок... Так, паспорт. Открываем. Смотрим. Иванов Стефан Локами... Лоакимович. Иванов Стефан... Так, год 33. ЕБ-29. ЕБ-29. 23-79-77. Вроде все совпадает. Хорошо. Так. Олеся, 25, композитор, ЛЛ-78, ЛЛ-78-44-1-6-6-7, 25, женский, Абрам, Олеся, Митя какая-то там. Так, вроде все совпадает, выдать. Так, теперь Анисимов Трофим, 35, биолог, паспорта нету. Так, значит, поэт, паспорт есть, рожа совпадает, в лычках каких-то. Северный Исай Федь... Дирович, мужской 60-60, поэт. Н-85, Н-85-6. А нельзя паспорт поворачивать никак, да? Так, 6-9-9-1, 49. Вроде все правильно, выдать. Так. Так, Ломоносов Федор Михайлович. Что, серьезно? 25 лет, адвокат. Так, 25 лет, Ломоносов Федор Михайлович. Э-ы, 59-223. 104.
Так, Есена Лидия Аркадьевна, профессор ШЭ. Фотография совпадает. Есена Лидия, 49-49. Водкоград, месторождение Водкоград. ШЭ, 14-14-97-54-92. Вроде все правильно. Вроде все правильно. Так, Андрей. Так, Дарья Давыдовна. Учитель, 56-56. Лобанова Вера. Вера. А я сказал Дарья. Вера Давыдовна. Так, Нефтябинск, так, КЗ-57, КЗ-57, 491, 491, 499, выдать, так, работай, дядя Саша, чем больше выдашь, 22, бизнесмен, так, рожа совпадает, год совпадает, Авдеев Модя Юлиевич, так, бизнесмен, шо 34, 129, 129, 463, нельзя никак этот телефонный телевизор вырубить, чтобы он там на заднем плане меня не бормотал, так, Фокин, Родя, Маркович, 30-30. Фокин Роди Маркович. Йо-и. Так, а все. 40. Все, выдал. Дима, оплатишь счета? Оплачу. Так, о, бумаги здесь на тумбочке. Так, что там у меня в почте? Есть что-нибудь? Это я читал. Приветствую, я вас еле нашел в интернете. Говорят, что вы можете выдавать QR-коды. Код для дедушки. Моему дедушке нужно завтра приехать сюда домой, в родной город. Ему нужно здесь закупить лекарства. Хотелось бы код для него. Если способ решит этот вопрос, пожалуйста, ответьте. Кому будем писать? Санек. Отказать, но написать контакты. Но написать контакты на защищенный чат. Это зачем? Ну, допустим. О, там музон начался. Надеюсь, мне за этот музон не прилетит. Пошли послушаем. Надеюсь, не прилетит. Блин, это, по-моему, в КВН была музыка, только переделанная. Надеюсь, за нее не прилетит никакая это. Послушайте музычку. Надеюсь, за нее АП не прилетит. Блин, какая-то музыка знакомая-то. Я не знаю, это карантин отпусти, это что-то явно переделанное, карантин отпусти. Напишите мне, что это такое, карантин отпусти. Так, 2000, это я только что писал на почту, может договоримся, 2000 устроит. Блин, ну, согласиться, намекнуть, что нужно больше. Ну, давай согласимся. Давай попробуем во все тяжкие. Тогда перейду в веке юбилея, надеюсь, что это твое честно. Семьи дедушки Александр Тарасов, ему 71 год. Так, хорошо. Хорошо. Ну и что дальше? Тогда я переведу 2000 рублей, надеюсь на твою честность. Так, ну пусть переводит, а он перевел уже. Так. А, рабочий день окончен, это я не могу выдать, да? Так. Приветствую, я вас еле нашел. Так, это что такое? А, новых нету сообщений. Ой-ой, а что там музыка опять заиграла? Она уже была. Так, я не понял, как мне с ним повзаимодействовать. Что-то пока никаких взаимодействий. Пока никаких взаимодействий. Так, мне что-то оплатить надо тут, да? На тумбочке. Так, тишина, пожалуйста. Так, по телеку идет страновидение, но я могу идти поспать. Меня интересует, как мне с этим 2000, когда он мне их переведет. Ладно, пока что-то ничего не пришло. Ну, давай спать. Сороновидение нас не интересует. Хочется пить. Ну почему хочется пить? Почему ему не спится, этому челу, а? Ну пошли пить. Что у нас там с тобой есть? А есть еще пивко? Я пивка бы еще попил. Так, у вас у нас новое сообщение в телеге. Что за обдувайся? Я буду жаловаться. Да блин, а это... А как ему было отвечать-то? Я не понял, как ему отвечать-то? И все? Так, ужесточение изоляции. Это был третий день самоизоляции. Ольга потеряла работу и будет находиться дома. Теперь моя семья будет жить только на одну мою зарплату. Анна теперь обучает дистанционно и не ходит в школу. Я выдавал коды правильно, не получил штраф. Надеюсь, завтра все наладится. Так, что там с нашим бюджетом? Деньги. А, 2 косаря он мне перевел. Но я ему выдам. Сейчас пусть он мне напишет. Отношения семьи отличные. Уровень стресса средний. У меня фонарик, что ли, горит? Да. Так, фонарик горит. Так, ну чё, пошли этого. Как там деда-то этого звали?
Александр Тарасов. Так, Александр Тарасов, я код выдам. Ой, я сюда зайти не могу. Так, что, к Ольге надо подойти? Может, странно, может, она в комнате с дочкой? А, у него, короче, стресс растет, да? Ее нету. Куда все подевались? А-а-а-а! Ни хрена себе, где мое пиво? Где мое пиво? Где мое пиво? Дайте мне быстрее пиво. Пива нету. Жена. Угу. Ну. А, я и звоню. Нормально. Простая выдача кодов переросла в какой-то триллер. Так, короче, у него вообще конкретно... Это что такое? Не бойся, они в безопасности, скорее всего. Похитили? Похитили? Нормально. Еще тебе будет писать депутат. Человек, который госдолжит, ему нужно одобрить заявку. Все так, нормально. У меня уровень стресса, стресса-то вырос. Ладно. Это все из-за того, что я 2000 с того чувака взял. Так, ну а что мне делать-то? Телек посмотреть? Давай посмотрим телек. Здравствуйте, жители Юбилинской Федерации. Ну здравствуй, в эфире новость на Первом государственном канале. Здесь мы узнаем все, что нужно знать каждому гражданину Юбилинской Федерации. Сегодня политик из Бургерстана заявил. Беру задействует, так как я его не вижу. Мама. Они не понимают, что это очень опасно. Слушай, что ты скачешь, как конь? Благо в нашей стране все под контролем. Так, примерно мы берем все усилия, чтобы сохранить стабильность в Юбилинской Федерации. О, все заново, да ёперный театр. Ладно, пусть он балакает. Когда мне там уже начальник позвонит, я смогу там либо работать продолжить, либо чего. Может быть, в сортире поискать там что-нибудь. Там никакого скримера нету на зеркале. В зеркале вообще ничего не отражается. А я не отбрасываю изображение. Нормально, что. Может, в сортире кто спрятался? Может, там кот какой? Да кота нет у них. Так, короче, дочка куда-то с женой пропали. Так, что ты тут по телеку рассказываешь? Сохранить, да, чтобы сохранить стабильность Юбилинской Федерации. Поэтому с этого дня каждому нужно будет иметь справку, что он не болен совидом 19. Угу. И отменим все развлекательные передачи. А передачи-то что отменять? Блин, что ж такой громкий этот телевизор, невозможно. Слушай, мне надо за водкой в магазин, я так понимаю. Так это уже было все. Так, это все уже было. Ну и сколько это будет продолжаться? На улицу я выйти не могу. Свет могу включить. Так, ну и что мне это сделало? Ничего. Так, я что-то не понял. Бухашку я не могу из холодоза достать. Стол вот только жонглировать могу с ним. Хм. И сколько он так будет ходить? А, это я свет включил. С компьютером нельзя взаимодействовать, да? С чем еще можно повзаимодействовать? Так, кровать. А, наверное, я могу пойти с кровати повзаимодействовать. Нет, из кровати не могу. Ну что, я только могу сидеть, что ли? Ну и сколько мне тут сидеть? Ну, присел, и дальше ты что? Ух ты. То есть вот так он нажимаю. Слушай, я ничего не понял. Бегите. А, кто это пишет? Вот что там надо было. Вот сюда надо было. Текст. Слушай, а этому коню в яблоках может тоже текст вести? Вы можете переключаться между чатом на телефоне, нажав на стрелочку в левом верхнем углу. У вас новое сообщение в телеге. Я понимаю. Ну. У нас заявок сегодня ночью много. И прочитать очередные новые правила на почте — это крайне важно. Надеюсь, все понятно? Да, понятно. Сказать боссу, что ты не знаешь, где твои родные. Идти работать. У вас новые сообщения в телеге. Так. Как мне этому чуваку написать? Почему я не могу ему ответить? Я ему вообще ответить не могу. Так, ладно. Кто это пишет? Я ответил. Не ответили. Так, начальник, окей, иду работать. Это я ему ответил, да? Так, ладно, хорошо, пошли работать. Как там этого внука-то звали? Александр Тарасов.
Так, надо новые правила сначала прочесть. Я готов. Так, хрена себе у него все перед глазами плывет, да? Новые сообщения. Выдача QR-кода. Должен быть младше 60. Паспортные данные. Должна быть справка, что человек не болен. Все поля справки должны совпадать с паспортными данными. Результат проверки должен быть здоров. На справке должна быть поставлена печать. Ну, понятно. Печать. Так. А у него вообще ничего нету. Ни паспорта, ни справки. Я выдал ему. Я не на то нажал. Я случайно не на то нажал. Погоди, а еще и паспорт должен быть? Фамилия, отчество, номер паспорта, здоров. А, нет. Номер паспорта, то есть вот так должно быть. 23-302-25, результат здоров, Хабарова. Так, вот так вроде правильно, пенсионер, да? Опять неправильно? А, все-таки паспорт должен быть. Но у этого паспорта нету, чего ты? Вот, паспорт есть. Паспорт есть, справка есть. Так, Кузнецов, Колья, Петяй. Так, 46, Елапухов. Так, Че, 99, 33, 68, 64, Че, 33, 68, 64. Дипломат, результат здоров, выдать. Капец, так. У этого нету, нету паспорта. У этого паспорт есть. Так. Капец, вообще. 36, певец, АЛ-63, 808-446, АЛ-63, 808-446, мужской, певец, Туров, Константин, фотографии, вроде совпадает, Екатетуевска. Екатетуевска, выдать. Новое сообщение в телеге. Ты ошибся снова? Как? А что такое? Что я не так-то сделал? Да ёперный театр, что я там не так-то сделал? 62 года. Здоров. Аксенов Василий Валерьевич. Что-то у меня там не совпало, значит. ЗЧ 99 28 69 06. ЗЧ 99 28 69 06. Ну, вроде все правильно. Паспорт есть, справка есть. Аксенов Василий Валерьевич 62. Капец вообще. Так, 53. Программист. Паспорт. Ну а что у него, печать есть, ну что, неправильно. А, не та печать. Печать не та, да? Или что там? Жена и дочка так и не вернулись домой. Позвонить жене, вызвать полицию. Позвонить жене. А игрушка-то переросла в какой-то хоррор. Понятно, дочь тоже не ответит. Вызвать полицию. Алло, это полиция, спасите, помогите, жена пропала. Полицейский, когда убьют, тогда и приходите. Окай. Так, ну все, ничего не делать получается. Получается ничего не делать. Пришли новые счета на оплату, я положил их на тумбу. Зашибись, мне водка нужна, судя по всему, моему персонажу. Потому что у него вообще что-то все. Деньги кончаются, и навыдавал я сегодня неправильно. Так, ну деньги пока еще есть. Ладно. Дальше что? Спать нахрен. Нахрен спать. Жестко. Сейчас проснется. Кошмар какой-нибудь по-любому его разбудит. Башка раскалывается. Мне срочно нужно в туалет. Понимаю. Что так темно-то? Ух ты, ёперный театр. Ну, в туалете мы уже были, тут ничего интересного. Тут долго и нудно. Оносцит. Так, в следующий раз буду не спешить, когда буду выдавать все эти паспорта. А то я что-то тут поспешил и в результате себя насмешил. Ох и звуки. Ох и звуки адские. Так, ну что, пошли спать, что ли, не знаю. А что так темно? Где кровать вообще? Ни хрена не вижу. А, это что такое? Таблетки. Чё это вообще я такой принял? Хрен узнать, что-то принял. Потеря реальности.
Это был 4-й день самоизоляции. Жены и дочки нет дома, на работе полно дел, тебе некогда их искать. Похоже, что ты сходишь с ума. Зашибись, деньги. Ну, есть еще у нас 10 тысяч. Да? Отношения с семьей отличные. Уровень стресса средний. Но, по-моему, уровень стресса у него высокий. Нужно собраться с мыслями. Ага, соберешься тут. А где я вообще валяюсь? Я не пойму. Слушай, а игра прям драматичная какая-то. Это может быть с внуком зря я связался. Это он мне все это. Тут тоже никаких ответов. Так, что там, начальник? На 2000 юблей было страшно. Так, не могу сюда зайти. Так, ладно. Понятно. Где она? Почему ее нет? Так это уже было, ну что ты? Что ты как первый раз-то? Пошли работать. Черт, их тут снова никого. Что за хрень тут происходит? О, шоколад уменьшил уровень стресса. Может, по телевизору что-то покажет, что-то отдельное показывает. Сомневаюсь. Так, с микроволновкой нельзя взаимодействовать. Подушка валяется. Так, по телевизору. Здравствуйте, здравствуйте. Да, я понял. Здесь вы узнаете все, что нужно знать каждому гражданину Юблинска. Сегодня в Бургистане проходят митинги и лутинги. Основное сообщение в телеге. Так. У тебя есть шанс спасти, не упусти его. Несколько жалоб на галлюцинации, пропажи родственников. Ага, ага. Что это все вранье? Ага. Понятно. Это все агенты Бургистана пытаются расшатать наше государство. Нифига себе. Как? Что здесь происходит? Так, короче, не только я. Еще некоторые жалуются на пропажу родственников. Так, ну и чё дальше-то? В основе сообщения в телеге. Доброе утро, Дима, как ты себя чувствуешь? Плохо себя чувствую. Я просто отвратительно себя чувствую. Мне сегодня точно нужен выходной. Потому что сегодня ты обязан работать. Сегодняшнего дня правил стало больше. Давать QR-коды только медикам и госслужащим. Только медикам и госслужащим. Помимо вчерашних указаний, у них должна быть справка с 7 печатями. Еще одно правило, которое не озвучивается по телевизору и держится в секрете. Какое правило? Если будет ошибка, то нужно будет казнить человека. Для тебя только одна кнопочка, об остальном уже позаботится военная. Не пойми неправильно, это не мои прихоти, просто такова жизнь. Ты сам понимаешь, говорят, тебе человек сможет пережить пандемию. Понимаю, приступаю к работе. У вас новое сообщение в телеге. Капец. У меня еще есть для тебя новость. Я смогу найти жену и дочку, но у них не было QR-кодов. Мне пришлось их спрятать и запереть в укромном месте. Когда это безумие кончится, ничего не будет угрожать. Я их выпущу. Теперь марш работать. Будет хладнокровно. Миссия по спасению человечества на твоих плечах. Спасибо, босс. Я вас не подведу. Но сообщение на почте. Так. Нормально. На почте новые сообщения. Какой-то ужас. Так, новые сообщения. Паспорт, фотографии, все поля. Если человек является, так, это не то. Вот это я не читал еще. Медицинским работникам должен предоставить паспортные данные. Все поля в анкете должны совпадать с паспортными данными. Фотография в анкете должна совпадать с фотографией паспорта. Должна быть справка, что человек не болен. Все поля в справке должны совпадать с паспортными данными. На справке должна быть поставлена печать. Должно быть разрешение на перемещение. Все поля разрешение должны совпадать с паспортными данными. Разрешение должно быть поставлена печать следующего министерства. Юблинской Федерации. Министерство иностранных дел, Министерство здоровья. На разрешение должны быть поставлены... А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что-то какой-то бред. Какой-то бред начинается. Так, медицинский работник. Цветкова Маша Исидоровна. Цветкова Маша Исидоровна. 56, медик. 29, УИ. 29, то есть 28, 59, 62... 249. Так, результаты проверки. Маша. 28, 59, 62, 249. Фотография в паспорте тут совпадает. Так, разрешение на перемещение. 7 печати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разрешение на перемещение.
фамилия. А тут половина не видно, что там написано. Так а выдать? Я говорю, естественно, никого казнить не... У вас новые сообщения в телеге. Ей наш проблемный нейронный сеть обнаружил неправильный выданный код. Будьте осторожны. Да иди там в жопу. 77 лет, пенсионер. Так, его не... А что, к смерти, что ли, приговорить? Не, выдадим разрешение. Никого к смерти приговаривать не будем. Ну и пофигу. Так, медицинский работник. Так я всем буду выдавать в любом случае. Новые сообщения в телеге. Ты ошибся, снова штраф. Не, слушай, ну я всем буду разрешать. Не буду никого к смерти приговаривать. Ты чё, дурак что ли? К смерти приговаривать. Это несерьезно. Ну, значит, сейчас меня загонят в минуса. У меня деньги совсем кончатся. Так, поэт. Погоди. А что тут у нас, может быть, с... А как это с ней, чтобы не разг... то есть, а закрыть только никак, да? Если я открыл, то уже не свернешь. Понимаю. Денег нет, получено достижение хомлес, бездомный, да? У вас закончится денежное сбережение, вам пришлось продать квартиру, сменить работу и переехать. Постарайтесь быть более экономичным в следующий раз. Да, знаешь, спасибо, новое сообщение на почте. Спасибо большое, конечно, но как это я буду людей к смерти приговаривать? Я что, ненормальный, что ли? Нет, нет, нет. Так, новое сообщение на почте. А, все, заново, что ли? Депутатам или... Если человек, который не приговаривает, приговаривает смерть, изменяет уважение ваше... А, в смысле? Все заново? Не понял. Не понял. Не понял. И в телеге ничего. Ерунда какая-то. Ерунда какая-то. Ну ладно, посмотрим сейчас. Да не буду никого к смерти приговаривать. Вы что, дурачки, что ли? Я не знаю, это что-то дальше было все так интересно. Началась какая-то пурга с приговорением к смерти. Ты ошибся снова, да и насрать на тебя. Ну и где новые запросы? Запросов новых нету, понимаю. Так, ладно, пошли походим, дальше поглядим. Это что, надо, чтобы вернуть свою жену и дочку людей к смерти, что ли, приговаривать? Что за бред-то? Что за бред-то? Щетки зубные валяются. Так, что-то я немного не понял в этой игре, я так подозреваю. А что там у меня на кухне происходит? Выпить что-нибудь, закусить? Холодильник не открывается, понятно. Так, тут записок никаких нету. По телевизору что-нибудь расскажет мне? Ты там пока базарь, а я пойду схожу. Так, Капица, адвокат. Денег нет. Ну и что дальше? У вас закончится денежное сбережение, вам пришлось продать квартиру. Да-ка я уже один раз продал квартиру. Новые сообщения на почте. В телеге ничего нету. Так, что-то какая-то хрень началась, друзья мои. Так, вы готовы приступить к работе? Да. Правила выдачи. Ну ладно, там все равно у меня уже время вышло. В следующий раз начнем новую игру и будем действовать по-другому. Будем нажимать на кнопку... Я так понимаю, тут надо придется идти по жесткому пути. Нажимать на кнопку «Казнить». Да. Оказалось бы, такая интересная поначалу была игра. Ну, может быть, это какой-то будет прикол, когда нажмешь на кнопку казнить. Может быть, их на самом деле не казнят. Но что-то я пока не понимаю. Ладно, на сегодня достаточно. Ну, сохранять мы это не будем.
Я в прошлый раз не сохранял, может, поэтому у меня нет кнопки продолжить. Сохранять тут нечего, в любом случае начну заново. Все, друзья мои, на сегодня достаточно. Пишите ваши соображения относительно увиденного. Ну, на самом деле, вот эта вот кнопка казнить, она меня, конечно, давайте попробуем ее нажать и поглядеть, что будет. Только надо казнить того, кого надо. Ну, кого надо по условиям игры. Так, чтобы был не медик, он медик. А, теперь только он, да? А ему можно выдать QR-код? Так. Что там в телеге? Нет, пока ничего. Так, школьник. Не, ну как ж... Ну что за бред школьника приговорить к смерти? А вот кто это вообще придумал? Бухгалтером. Бред какой-то. Я, правда, не проверяю их всех. Ну, ошибся, да? Угу. Хорошо. У музыкантов, естественно, приговариваем к смерти. Учителей тоже приговариваем к смерти. Зашибись вообще. Так, школьников приговариваем. Нет, к школьникам я буду выдавать. Угу. Так, это тоже школьник. Так, моряк. Ну ладно, моряка, бабку, так уж и быть, к смерти приговорим. Так, медработник. Ну тут может быть что-то неправильное, я не проверял. Так, медработник. Так, медработник. Ну, медработники тоже могут шельмовать, да? Шельманул. Школьникам выдаем. Так, Лактионов, медицинский работник. Какой-то негер. Так, ты ошибся, ты ошибся. Да, да, я понял. Так, ладно, все, на сегодня достаточно. Больше никого сегодня мы к смерти не будем приговаривать. Конечно, какая-то лажа. Лажа какая-то. Кто-нибудь играл в эту игру? До конца приговаривал всех к смерти. Если приговаривал, напишите мне, о чем там вообще все это заканчивается. Что это за ерунда такая, а? Охо-хо, ёшки-хо-хо. Вот, как говорится, не было печали. Никогда такого не было. Деньги. А что такое? День закончился. Почему свет такой стал? Почему все такое красное? Пришли новые счета на оплату, не помню, куда их положил. А, у него, короче, это... У него, короче, крыша потекла. Я понимаю. Сейчас найдем мы твои счета. Ладно, друзья мои, на сегодня достаточно. До скорых встреч. До свидания. Будьте здоровы.